поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Автор песен, звучавших на всю страну. Композитор Владимир Мигуля. Володя пришел в эстраду со своими песнями, со своим видением. Что связывало его с Майклом Джексоном? Ну и Володя как бы не выпячивался эту тему. Откуда в лихие 90-е пошел слух, что музыкант является подпольным миллионером? Когда взорвался автомобиль Владимира Мигули, композитор как раз направлялся в телецентр Останкино. Главный день с Борисом Щербаковым. В среду в 19:40.